Всем привет, ребят. Ну что, в принципе, уже близится у нас скоро Новый год, заканчивается старый. Было очень много изменений, как и в личной жизни, так и в игре. В принципе, игра, как всегда, у нас меняется в непонятную сторону. Каждый месяц у нас выходит одного. С одной стороны, это радует, с другой стороны, все хуже и хуже все происходит. Ну, в принципе, на разных серверах по-разному. Решился я в новом году немножко изменить контент. Будем еще качать бездонатный аккаунт, трешевать, мучиться, как и все. С донатными у меня, в принципе, все всегда хорошо. У донатных проблем не бывает. Будем мучиться, пока не знаю, на каком сервере. Уже завтра, 1 числа, посмотрю, сколько там будет голосов за какой сервер, на том и начнем. Больше вероятность, что это будет русский, потому что многие у меня именно с России подписчики, поэтому для них будет это более понятно, хотя, с другой стороны, можно любой сервер перевести. Что хочу вам пожелать и сказать спасибо за то, что подписаны, поддерживаете топовый контент. Делаете все правильно, как надо, не расставляете то, что не надо, и, в принципе, поддерживаете канал. С Нового года постараюсь поменять в планах некоторые рубрики, будет больше других игр, потому что Castle Clash, как вы знаете, ну, это не та игра, над которой надо там сидеть кипеть. Да, я люблю, вот затягивает, я фанат игры, у меня на всех серверах топовые аккаунты, топовые прокачки. Я вам сразу же показываю все на максималке, чтобы вы понимали, какого героя где качать, и не тратили впустую свое время и ресурсы, которые, к сожалению, в Castle Clash копятся очень тяжелым трудом, особенно для бездоната. Для доната это, конечно, намного все проще. Чем запомнился этот год, который у нас прошел? Было очень много изменений, куча разных героев, куча нововведений, как и хороших, так и плохих. К сожалению, пока разработчики не прислушиваются к мнению игроков, не меняют некоторые локации, просто добавляют, тупо добавляют, добавляют. Дошло до того, что некоторые локации просто не актуальны уже на сегодня с героями, которые выходят в каждой обнове, с ихними прокачками. Ну, ничего не поделаешь. Будем ждать, смотреть, что же будет в следующем году. Буду развивать другие игры. Пишите, какие. К сожалению, у меня нет возможности сидеть вам и сутками пилить видосы, стримы. У меня помимо этого, это просто хобби, увлечение после работы, поэтому так я делаю для вас очень много контента. Будем немножко менять форматы. Я надеюсь, вы смиритесь с этим. Будет не только Castle Clash, будут другие игры. Не знаю, мобильные, не мобильные, посмотрим. Думаю, нам будет хватать пока даже бездонатного аккаунта, который я создам 1.01. Я уже об этом говорил. Возможно, еще будут параллельно созданы пару аккаунтов для накопления самоцветов, чисто чтобы за год накопить максимум и потом паролить ради интереса, вот чисто испытать свою силу воли. Также как бы желаю вам в следующем году здоровья, это самое главное, чтобы не болели вы, ваши близкие. Поддерживайте своих друзей, там, близких, родных, цените то, что они для вас делают, потому что, к сожалению, люди не вечны, скажем так, и надо ценить каждый день то, что у вас есть. Меньше срача, ребят, меньше провокаций. Да, есть разные люди, но нужно всегда все воспринимать с позитивом. Быть, самое главное, оставаться человеком, несмотря ни на что, поступать правильно, иметь какие-то свои принципы, их придерживаться, иметь свое мнение и свою точку зрения. Я всегда поддерживаю людей, которые имеют свою точку зрения, особенно если она правильная. Что могу сказать? Блин, за год, конечно, мы на русском потрешивали, но то, что у нас получилось здесь на английском сервере за 3 месяца, это просто жесть. Как видите, здесь аккаунт один из топовых, наверное, в мире Castle Clash.
Он за 3 месяца сделан, то, чего мы не смогли сделать на русском, и до сих пор там русский сервер отстает, к сожалению, от всех. Даже та же самая китайка там буквально за там, неделю после обновы набрала больше силы, набрала больше плюх, чем моя основа. Ну, ничего не поделаешь, это как бы... Все зависит от локализаторов. Здесь на английском нам сегодня даже дали новый там промокод от Google, насколько я посмотрел. Я, честно говоря, не вникал в это все. Мне там пришло на 500 баксов в эквиваленте. Я не знаю, что оно там означает, но посмотрим, потом посчитаем. Дойдет до этого время. В принципе, сегодня 31-е, надо заниматься Новым годом, а не играться в Castle Clash, но все же у меня есть куча еще видосов с роллингов. Многие просят на коллекционера ролить, я всегда не отказываю. Самое любимое занятие — выбить пару инка-героев за минимум самоцветов. Что будет в следующем году, какой контент, я не знаю, буду создавать голосование, все зависит от вас. Есть телега, там создам голосование, есть канал. Есть ВК, где очень много спама, очень много вопросов. По мере возможности отвечаю всем из-за того, что VPN-ка. И, честно говоря, с того момента, как ввели ограничения, это все немножко ухудшилось. Надеюсь, что как бы у меня основная часть — это русские, то есть 90% канала — это люди с России. Как бы я сам, все многие спрашивают всегда все время, откуда ты, чем ты там занимаешься. Я с Украины, ребят. Хотелось бы в следующем году, чтобы было меньше вражды, закончилось наконец-то это непонимание. Как бы все мы люди, и никто не хочет там никакой войны, вражды. Ну, то есть для меня эти там, допустим, другие национальности ничего не сделали, у меня нету к ним никакой вражды, мне нечего с ними делить, нету никаких претензий, как в принципе у многих. Единственное, что это политика, сфера власти, то есть человек так создан, что он хочет там владеть, влиять и прочее. Ну, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это плохо, когда это выходит за какие-то морали. Не знаю, надеюсь, что в следующем году все изменится, хотя вот свинье... Вроде говорят, что неплохой год, но хотелось бы поменьше, чтобы люди были свиньями и были больше людьми, больше понимания было. Это, в принципе, как бы YouTube, это сообщество, где люди собираются там убить свое время, показать что-то, чего добились, чего они могут, что хотят реализовать. То же самое, в принципе, ну, у нас в играх. Мы отдаем часть своей, скажем так, жизни, личного времени для того, чтобы там что-то кому-то доказать, либо доказать себе, да, это смогу. В принципе, я уже для себя в игре, в принципе, все доказал. Как бы у меня не стоит цель там показать, что вот, смотрите, какой я крутой. Я, наоборот, стараюсь вам показать, как надо качать, помочь, чтобы вы понимали, стоит оно того или не стоит. Да, иногда бывает, я просто трешую, там, начинаю там угорать просто. Некоторые люди это понимают, некоторые люди это не понимают. Ну, это дело лично каждого. Как бы это всего лишь интернет, виртуальная часть жизни, да, где вы проводите в последнее время все больше и больше времени. Поэтому на сегодня это самая такая, скажем, часть, медийная часть всего, где больше всего информации получают, люди обмениваются информацией, что-то для себя узнают. Поэтому тут тоже нужно быть осторожным, потому что можно перейти какие-то черты. Ну, это всего лишь виртуальный мир, у каждого есть своя жизнь, и каждый решает сам себе, как жить. Поэтому что хочу пожелать вам в следующем году, я уже говорил, оставаться людьми, ставить себе какие-то цели, добиваться их. Я такой человек, который поставил цель, добился и пошел дальше, следующую цель ставлю. У меня уже 60 тысяч подписчиков, с чем вас и себя поздравляю, значит, мы на правильном пути. Я снимаю там всего лишь год, снимаю одну игру, и как бы в планах дальше расширять контент канал. Это все зависит от вас, от интересов. Что вам будет интересно, то мы будем снимать.
Времени у меня на это не так уж и много, потому что это не моя там основная работа, это просто мое хобби, вот и все, которое там заменило некоторые остальные. Раньше у меня было хобби, это спорт, профессионально занимался, на сегодня прекратил это. В планах тоже есть вернуться в спорт, но не профессионально, чисто так для себя. Многим заходили спортстримы. Было на это время, возможно, это тоже возобновим, потому что спорт это правильное дело, которым надо заниматься, тем более можно это показать другим, ты станешь примером для других. В принципе, все рассказал, показал. Что с наступающим вас, всего самого лучшего, побольше счастья, здоровья. Деньги это такое, деньги это наживное, оно все само придет. Если у вас будет вот здесь в голове что-то, вы всегда добьетесь всего. Все, всем спасибо. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.